Мы научились вставлять изображение на страницу. Теперь попробуем вставить видео. Редактируем настройки нашей страницы и рассмотрим два варианта. Для начала разместим курсор в то место, куда хотим размещать наше видео, и нажимаем кнопочку «Адрес видео». Вводим, например, из YouTube строку ввода адреса ссылки, хотя можем войти в репозиторий, скачать файл. Укажем имя нашей вставки. На самом деле здесь текст может быть любой. Вот это первый вариант. Если его сохраним, мы увидим фрейм видео. Теперь второй вариант. Просто пишем текст, например, второй вариант. Текст может быть любой. Вместо него будет изображение фрейма видео, окошко с видео. Нажимаем на вставку гиперссылки, которую можно открывать в новом окне. Сделаем ссылку. И вот появились две ссылки. Сохраняем и видим, что на нашей странице появилось два фрейма, два окна с видео. Совершенно одинаковые. Вот два способа вставки видео. Теперь давайте уберем лишнее. Снова редактировать настройки страницы. Прокрутить. Найти лишний элемент, например, вот этот, и просто его удалить. После сохранения у нас будет одно окно, один фрейм, в котором можно смотреть видео на странице вашего курса. Спасибо.